Всем привет, дорогие друзья! Привет! Сегодня 9 июня, и мы вновь приехали в лес. Пока мы собирались, дождь пошел. Да, только что прошел дождик. Сыроежка. Сейчас много сыроежек в этом лесу. Мы находимся в Новомосковском районе Днепропетровской области. Мы как только стали заезжать в лес, из лесу начали выезжать машины, потому как дождь начался. Люди, наверное, думали, что это надолго, а может, просто уже нагрибалились. Ведь уже 2 часа дня. Что, Кать, капает? Неприятно, да? Катя погнала сына в машину и сама полезла. Вот, видите, даже можно видеть на моей футболке капли. В общем, мы решили проблему. Что эти плащи еще спасают от комаров. Неплохо. Радостно кричит Катюша. Катя, я ничего не слышу из-за того, что шелестит этот плащ. Да это какой-то прям, я не знаю, как его можно было тут не найти. Велетень. Ты есть? Ой, блин, комары. Ну, такой гриб я не знаю. Ну ты посмотри, какие размеры. Ну, это размеры, капец, конечно, впечатляют. Так, ты попробуй какой-нибудь. А другой. Если его порезать и посушить? Да, мне кажется, что ему уже. Да, не помню. Ну, ну, отрежь хотя бы, посмотри, он не червивый. Обалдеть. И? Непонятно, это он червивый или рассохся так. Тут только по шляпе можно понять. А если он будет червивый? Он червивый, но не настолько, чтобы прям кричать караул. Я даже не знаю, что делать с таким добром. Ну, пахнет он грибом. Пахнет хорошо. Он на меня как-то давай оставим. Пускай будет здесь. Он на меня слизь. Тем более на Максима испражнился. У комаров практически нет шансов. Открытый участок, только лицо. А мне не привыкать получать по лицу. Даже хотя бы и самому от себя. Ну вот, снова ясное небо. И уже жарко становится. Кать! Ты где там? Ой! Такие холодные капельки. Сейчас подожди-ка. Я тебе покажу. Иди, я его сама еще не. Смотри, какая. А, ты бугорки разрываешь. Смотри. Ого. Ну, это смотри. Просто классика. Это просто пипец. Ну. Раз. Этот будем брать. Конечно. Два. Ничего, ничего. Ой, ты посмотри. Он, мне кажется, идеальный. Просто. Само совершенство. Так, что-то закроем. Обалдеть, ну, сегодня да? Тебя везет, да. Вообще, глянь какой. Ходим уже, наверное, часики. Я ничего еще не нашел. Надо смотреть бугорки, ты видишь? Угу. Смотри какой. Обалденный. Это Катя нашла под сосной. Такой же гул от комаров, как от пчел в том лесу. Вот послушай. Что это за грибочек? О, а вот, кстати, гриб с розовой губкой. Запах очень приятный.
Сейчас попробую. Да. Горький гриб. Это был так называемый ложный белый гриб. Желчный гриб по-другому. Знаете что, дорогие зрители? Что-то мне по белым не везет. Катя нашла уже второй. И я решил погрузиться в свою стихию. Я решил проверить болото. Посмотрите, какие красавицы сыроежки здесь повылазили. Но это не основные подарки болота. Смотрите дальше. Мы с вами идем прямо к подосикам. Я не скажу, что они безупречные. Этого, допустим, мышка уже слегка подъела. Но он хорош. Так же, как и этот. Так что в этом месте мне везет больше. О, вижу. Вижу еще одного небольшого роста. Вот он, этот отрок. А там дальше побольше. Главное не потерять его из виду. Эталонный красавчик. После дождя здесь так красиво. Бриллиантами блестят на листиках капельки. Капельки дождя. Дождик разогнал всех людей. И мы здесь одни. Я и грибы. И в этом скрытом от посторонних глаз месте у нас происходит свидание. Ой, чуть тебя не пропустил. Когда эти бриллиантовые россыпи светок попадают мне на спину, это заставляет меня настолько прогнуться, что на весь лес раздается хруст моего позвоночника. Я невольно делаю пробежку дальше, и история повторяется. Но стоит остановиться и прислушаться. И мы слышим, как будто скрип качель. Такие лягушечки здесь подобным образом общаются. Интересно, давно ли он здесь стоит? Так-то вроде крепенький, но некая тля на него напала и ест. Я прям не знаю, брать ли такой. Может быть, его окунуть в воду, и она от него отстанет. Посмотрите, она вся на поверхности воды. Я тебя спасу, подосик. Здесь, в соснах, вблизи болота, мы наконец встретились с семьей. Кто там, Катя? Слушай, это похож на тот ложный белый. Да, розовая губка, это он. Да? Да. Но он уже тоже такой подвявший.
Мне интересно, их черви едят или нет. 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 Он не ядовитый. Он просто. Он несъедобный. Из-за его. Белый? Да, из-за его вкусовых качеств. Максим нашел точно такой же. Вот обратите внимание, нежно-розовая губка. Я вот нашел нечто подобное же. А может быть это что-то и хорошее? Нет. Это такой же розоватый. А здесь целый букет лесных шампиньонов, Катя. Максим нашел попривлекательней. Смотрите, тля просто кишит на его и его гименофоре. А что же там попривлекательней? Ой, класс. Белячок. Молодец. Хорошо. Как бурый вот тот, или как ты там говорил? Ну, это, мне кажется, дубовый. Как ты его увидел, сынок? Я не понимаю, почему я сегодня еще не нашел ни одного белячка, а? Придется идти лечить свою душу в болотную заводь. Я был больше чем уверен, что хоть кто-нибудь, но будет меня здесь ждать. Этот подосик стоит просто в воде. Полюбуйтесь. Я видел, как кое-кто из блогеров вел свой репортаж прямо из этого места. И он отмечал, что здесь очень много грибников. Вот я дошел на одно из своих излюбленных мест на болоте. И здесь для меня оставили парочку подосов. К ним нелегко пробраться, они зажаты между ветвями упавшими. О. Изумительные грибочки. Ну а дальше по курсу стоит подберезовик. О, чуть не прошли молодого подосика. Сейчас, подберезовичек, дойдем сейчас до тебя. Ага, вы тут вдвоем. Ну-ка. И этот, и думаю, этот, не понял, втроем они здесь очень красивые. Какой привлекательный подберезовичек, прямо на открытой местности. Ну а туда в гущу еще два. Правда, так неохота туда залазить. Снова придется выгибаться от холодных капель. Надо просто аккуратненько идти. Они здесь живут, рождаются и умирают. Здесь просто какое-то поселение подберезовичное. Что я говорил? Холодные капли бодрят. И комары безжально жалят.
Катя с Максимкой пошли в машину, потому как у Максима промокли штаны. Ну и традиционно сопли по колено. Вот этот староста этого поселения. Из уважения трогать его не будем. Здесь просто каким-то кораллом, коралловым образованием растет этот гриб. Олень, баран, щетка. Мне кажется, он как-то выглядит не очень аппетитно. Немного выйдя из болота, видим с вами беляша. Идем же к нему не спеша. Вот уж не знаю, беляш ли это. Но он очень красив. Похож на каштановый. Точно кто-то из балетовых. Ножка, к сожалению, была поражена. Но вот шляпка очень красивая. Рядышком на таком необычном для таких грибов месте. Сами видите, кто. Подос. Я привык, что они туда, ближе к воде. Такой замечательный. Если бы я собирал мухоморы серо-розовые, этот бы я точно взял. Какой красивый. Оставлю его для вас, любителей мухоморов серо-розовых. Очень такой волнительный обход получается, потому как вы сами можете видеть разные грибы здесь на этом болотце. Все время какие-то сюрпризы. Это всегда очень азартно. Вот, к примеру, что это у нас маховичок. Маховичок зеленый. Зачастую эти грибочки червивые. Но этот исключение. Тут уже молчать я не могу. Я восхищен. Начало так парить. И с той стороны раздаются раскаты грома. Но болотце не отпускает. Краснючок. Обратите внимание, нету этих больших гигантских экземпляров. О, опять водичкой окропило. Это говорит о том, что здесь уже прошли. Но есть молодые, приятные, радующий глаз экземплярчики. Ой, какой он яркий. Аж не верится, что его могли пропустить.
Здесь вот в двух шагах вылез бледненький. Но не менее прекрасный молодой грибочек. Когда у меня спрашивают, кто мне больше нравится, блондинки или брюнетки, худые или толстые, мне главное, чтобы на лицо было красивое. Это я, чтобы Катюша не боялась поправиться. В одном из моих предыдущих видео на этом дереве мы могли с вами присутствовать на букашечьей свадьбе. Сейчас здесь мы видим, остался лишь жених и свидетель. Никого больше нет. А не, есть еще пару гостей. Ну, еще польских я не встречал на болотце. Это мой первый. Надеюсь, неплохой. Очень хороший. Я же говорю, такое разнообразие. Ух ты! И как тебя не заметили, подосечек? Ну как это занятие грибалочка может надоесть? Друзья, уже на обратном пути. Посмотрите, кого мы нашли. Як тебе не любити, беляшику мій. Девственно чист. И здесь тоже. Ну вот, дорогие мои зрители, мы с вами и покидаем болотушко. Небушка затягивает тучками. И что-то мне неспокойно. А к тому же ветерочек поднимается. Думаю, сейчас что-то будет. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Ну а если не понравилось, знаете, что нужно делать. Буду крайне признателен за ваш комментарий. Если не знаете, что написать, просто поставьте смайлик. Это поможет в продвижении канала и сделает меня счастливым. Я же, в свою очередь, желаю быть счастливыми вам. О, наконец-то. Ну что вы тут, Кать? А где Максим? А на этом пока все, друзья. Пока.